Уважаемые зрители, вы все прекрасно знаете, что в данное время наша страна, да и как весь мир в целом, переживает нелегкие времена. Сейчас эпидемия вируса вспыхнула с новой силой, и многие известные люди ведут борьбу за жизнь. Поэтому берегите себя и своих близких, соблюдайте меры безопасности. Сегодняшний день выдался крайне печальным для мира искусства. От последствий COVID-19 ушел из жизни певец и композитор, ему было всего 44 года. Многие люди отказываются делать прививку от коронавируса, мотивируя это тем, что она не спасает от смерти и что она была изобретена в кратчайшие сроки. Но тем не менее, уже доподлинно известно, что даже заболев после вакцинации коронавирусом, это поможет избежать смерти. На 45-м году ушел из жизни певец и композитор, представитель на Евровидении 2007-го, заслуженный артист Республики Армения Айка, настоящее имя Айка Копян. Артист заразился коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала очень тяжело. Он находился в нестабильном состоянии более 2 недель.